Сегодня у нас 23 июня 2015 года. Вот Игнатий Хач тут. Игнатий Хач, а чем вы занимаетесь? Я мальчишку спросил. У меня один был в лагере. Говорят, там раздевалка. Ну, раздевалка-то из дерева сделана, из картона. Ну, стоял дверь, пинал. Я говорю, Валера, ты это делал? А почему? Дурью маюсь. Вот так и я. Дурью маюсь. Голубям корм заготавливаю. Это меня не осудят только голубятники. А которые любят свинью, целоваться со свиньей, там мясо, ты не рухни там только, в сторонку отойди. Вот. Тебя не поймут. Ну что, вчера мы привезли, Игорь Барабаш дал нам. Вот. У меня тюрюки вот здесь, на второй голубяте, 13 тюрюков, вот они какие. Ну, глубина какая, раз, два, ну, 63 сантиметра примерно. Ну и диаметром где-то она 30 сантиметров. Это ликероводочный завод, там директор был Полталлер Роберт Робертович. Ну я не знаю, что там как было. Они из картона, но очень удобные. Вот, пожалуйста. Вчера мы засыпали, пожалуйста, пшенички. Прямо это натурально. Это Игорь дал мне, не отходы, а даже пшеницы. Ну они удобные, видишь, какая вот эта вот надеваешь. Вот сверху кольцо. Вот, ну, я покажу на эту сторону. Вот. А потом это кольцо зажимается. Раз его, зажал и все. Все. Вот это тут она маленько подпорщена. И 13, представь себе. Ну и тут ходит их не меньше как килограмм. Может быть под 40. Они нелегкие. Вот умножь сколько здесь. Вот в два ряда стоят. Ну еще и пшеница это... Подвесил я, посмотри. Главное это беда, это мыши. Как от них спастись? Ну, надо тут уже смотреть по обстановке. Вот у нас здесь балки наверху, они соединительные, стропила соединяются. Вот они идут где. Ну, и вот даже видно как. Ну, вот я беру пятерку. Это столбы пасынки привязываются. Ну, а столбы-то спилили, эти остались. Теперь я ее скручиваю. Вот так вот. Вот. И с этой стороны, в любом направлении. Она крепкая очень. Вот. И вот цепляю заверх. Вот оно где видно. Но тут надо помнить, что когда я буду вешать, она начнет разгибаться. Вот это вот. Я тогда лопатой ее давлю, бью. Вот по этому концу. Прижимаю ее, потому что тут расстояние меньше, чем у балки. То ясно, она упрямляется и тянет. Все, крючок готовый. Это я показать просто. Мы вчера тут возились, ужасно. Жестко было. Ну и вот теперь мешки. Сколько в мешке, так и не определили. Но килограмм 15-то есть. А то может и больше. Теперь вот такую вот веревочку делаю. Ну крепкая, чтобы была. Сантиметров 60. И узел завязываю на ней. Получается тут, в общем-то, 30. Теперь вот этот уголок поджимаешь, где надо. И сюда протягиваешь петлю ее. Все, петля готова. Ну а дальше что? Дальше только навешивать. Я-то обычно не навешиваю, но тут могу показать, как на крючок. Маленько подожди-ка. Все. Повесили. Вот они висят. Вот считай, сколько у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 крюков. Ну, примерно 28, 14, 15. Даже это 30. 30 вот таких вот. Если даже по 15 килограмм, и то 450 килограмм, полтонны повесил. Это дополнительно к тем. Ну а так как голуби помет отправляются, нужно закрыть. Вот что мы делаем здесь, если можно показать. Это такая картон бумага, бумага толстая, твердая. Вот я ее обыкновенную заворачиваю вокруг. Только вот этих спасать, а от самих же голубей. Смотри, она как. Вот я его делаю рулончиком. Смотри, что тут откидывается. И дальше вокруг обкутываю. Вот так она, да, на твердо, видишь, как выгибается. Ну, теперь я ее вокруг разворачиваю. Вот сколько она успела покрутить. Ну, вот так вот. Хорошо. Еще маленько. Примерно вот так вот будет. Теперь я протыкаю ее гвоздем. Можно тут и как-то бы сшить, но не знаю,
все упрощенно. Возьмем. Вот. Раз, с той стороны гвоздь вышел насквозь. Теперь мне надо перегнуть и в обратном направлении эти две прошить. О, все. Шивка есть. Вот он гвоздь. Есть где? О, я сильно даванул. Прорвалась она. Ну, гвоздь короткий оказался. Это все в процессе, как примеряется, оно покажет сама обстановка. Да. Вот она где. А теперь надо вынуть и обратно. Как она? Она проливает. Я это не знал даже. Когда поворачиваю. Значит, тогда на один поворот. Один и второй гвоздь. Опа. Вот видишь, сколько неприятностей. А я думал взять иголку, нитку и сшивать. Видимо, так и придется. Не получилось. Этот опыт не совсем удачный. Бумага оказалась, видимо, уже в возрасте. Так, смотрим. Я ее уже отсадил, бумагу-то. Вот она держится, больше ничего не надо. Я-то думал здесь прошить ее с закладками. Следующую. И теперь уже понятно, что идет, что не идет. Вот сюда можно подойти. Бумага везде. Я думаю, один возьмем обойтись. Когда маленький кулек делаешь, что один. А здесь и получилось так. Один у меня потянуло. Крышки будут висеть хорошие, тут он полностью закрывал. Ну, можно бы даже пришить, пожалуйста. Я могу даже и третий здесь гвоздик ей сунуть. Вот она где. Она и держит. Больше ничего не надо. Голуби сверху оправляются. Ну, тут маленько что-то может и вряд ли еще попадет. Все. Если крыса, хорек, теперь она прыгнет на эту, она сорвется. А на мешке она может свободно добраться до голубей. Ну, от хорька спрятаться очень-очень трудно. Вот мы сделали, как у нас столбы высокие, 9,60 крыша только там получается. И они упираются в большую железную сваренную плиту, столбы деревянные. Он раз, железо, ему никак не пройти. И вот уже больше 10 лет, а у меня сколько раз голубят не разоряли эти хищники. А теперь все нормально стоит. Вот покажи сюда. Вот они все, мешки висят. Тут все простое, как голубям. Вот это вода. Вот вчера промыли мы тазик, но вы налили. Они тут, вон они где. Шваркуют как. О, вот так. А вот сюда подойди-ка. Это на полу. Это я убинал случайно. Вижу, отсюда голубка вылетела. Вот они, мои хорошенькие. Под балкой. Внизу под балкой. Вот они какие. Эй, видать. Белые все. Балка лежит тут рядом дощечки, она под нее залезла, значит, ей нравится здесь. Никакого гнезда нету, просто в опилках, маленечко ямочка и все. А вообще-то, многие птички, как стрепет он грудью, там лапками разгребет. И... Вот смотри, сколько у меня богатства. Это все Игорь Александрович Барабаш, староста деревни. В прошлом году затруднения были, убирали уже почти по снегу, и поэтому схожесть пшеницы у него там 75%, допустим, он на анализы возил. Вот, даже не слышу, все время звоню и не слышу. Говори. Ты где? А ты где была, когда позвонила мне? Не, мне так не подходит. Ты мне позвонила, спросила, кто в деревне точит тяпки. Я сказал, я точу, тащи. Теперь я уже как привязанный, я не могу уйти. Точу пилы, оглядываюсь. Володя готовит картон, я сбегал скорее домой.
не дождался. Мне надо уходить на следующую тут на голубятню. Я поехал к тебе сам. Приехал, покричал, ни палочки возле дома нету. Все не по-моему это. Поехал к батюшке. У того у дверей палочка стоит. Ну я для виду покричал, вышел. Гляжу, он откликнулся, а я уже за дверями. Кричит мне, ничего не могу. Гляжу через деревья, а он из-за окна маячит, а я ничего не слышу. Вернулся, ну у тебя палочка у двери, да я решил отдохнуть. Ну, вывешай табличку, я дома, но отдыхаю. Я такую даль ехал, это обман. Понимаете, мне не подходит это, я кручусь, бегаю, все зря. Ты поняла меня? Ты где была, когда я пришел к тебе домой? Ну ты могла, когда позвонила, я уже сказал, у меня, ты бы сразу сказала, отбой через час приеду, могла? Думать не надо, ты делай как положено. Мне это очень не подходит, у меня времени нету. Мне 76 лет, а я мечусь сюда-сюда, пропало время, я стою перед Господом и сказал, прости меня, я опять потратил зря время, мне каждая секунда на учете. Поняла? Приди там на крыльце положи, я не скоро сойду теперь. Я нахожусь на голубятне, напротив дом. Даже на дом к тебе поехал. Вот как я тебя люблю. Великую честь тебе оказал, а ты свинью подложила мне. Отошел. Татьяна. Была Лензина, стала Новикова. Никак, позвонила. Жду. Уже сейчас жду. Никого нет. Она решила в это время свет платить. Там. Ну ты дай отбой. Смотри, вот что здесь есть. Вот тазик, и в тазике пшеничка. Вот она висит. Вот если вылетит что-то, рядом ящик. Все это висит подвешенное. С земли ни одна мышка не попадет. Проволока. Но проволоку не видит, голубь ударится. Чтобы он не ударился, привязал палочки, уже они не ударятся. Вот и немного знаний надо. Вон они, посмотри, какие сидят. Захвати их все. Это чудесное дело. Ай, голуби хорошие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ну больше 20 было меньше. Это я привез из города, и они с той голубятни сюда перелетели. Тут сильно нравится. Вчера мы тут выбросили, наверное, я не знаю, ну не одну сотню килограмм, наверное, а из отходов, не столько по мету, сколько это. Сейчас дальше начинаем навешивать вот этот картон, и вопрос снятый. Просто никак. А когда брать придется, ну и картон снял, да и опять повесил. Видишь как? Пустяк вроде бы, но... Здорово. Но каждый человек какой-то с чудинкой. Когда Аржанов ехал за рулем, а Давыдов, поднятая целина, сидел сзади и говорит, что ты плетешься на коне-то? Ну, дай Боже, дай Боже. А ты, председатель, мне своего же дашь? То-то оно. У каждого своя щудинка, у вас это лужка, у другого другое. А отними эту щудинку, ты останется голый. Голый черешок какой-то. У меня щудинка голуби. Почему я это все вспоминаю попутно из литературы? Щудинка, вот я люблю голубей, люблю, просто не могу объяснить это. До того они мне нравятся. Я денег не плачу за них, мне кто-то помогает корм иметь. Теперь я имею возможность через Игоря вчера для Давыда, там вот таких вот 20 мешков, 20 с лишним, скинул. 24. А? 24. 24? Ну вот так. Ну опять же, Игорь, не мне. Заходи. Все. У меня вопрос. По поводу синокоса вы кому-нибудь отдаете, нет? Какой? У вас в эту. Где ты был раньше? Ну где ты был раньше-то? Я навеливаю каждый год. Подошел к Игорю, сказал, поговори с ним. Теперь я уже не могу назад повернуть. Ты бы подошел и сказал, я каждый год отдавал Павлу. Вот неделю назад. Я бы тебе сейчас сказал, забери его. Но сейчас уже надо только через Игоря. Барабаш, скажи, да? Игорь Барабаш. Все. То есть он вполне может отдать, потому что убивал и мой огород, и у Келли, который там тоже, там одна ямка. Все, сейчас позвоню. Знаешь, вот ко мне, когда придешь, что это такое? Лестовка. Вот так, валится. Рядышком. Куда ни пошел, везде лестовка. Главное оружие ножу. Но. Ты видел, мне чем мы делаем-то? Видел. Пшеница-то как? Да, молодцы. Вот эти реки, вот она висит, сейчас заделываем, очень. Закрываем, чтобы от голубей ничего не попало. Очень умно. Ну, все. Сами придумали. На пятерочку уже загнули. Никто не по это не съест. И ни копейки не попадет. И если даже мышь сверху спрыгнет, она сразу провалится туда. Снизу не подняться. Угу. Ни под какими-то. Она прыгать так не может. Крыса может.
Ну а крысу тут как будто и нет. А что ее тут крысы делать? Ну, да. Вон они голуби сидят. Ты-то голубей не думаешь заводить? Да пока. Ну пока, но потом-то. Знаешь, как ребятишки любят. Отдельную голубятню построить. Даже немножко, хотя бы парочки-две. Бог даст жизни. Посмотрим, да. Почему нет. Да, хорошо. А то у брата, он тебе, кто этот Андрей-то, брат? Конечно. Ну, были голуби, здоровья зимой, появились мыши. Да и за мышей разве друзьями расстаются? Ну, отдельно что-то построили. Ребятишки полюбили голубей. Угу, угу. Ты, Валя-то, Валентина Тихоновна, кто тебе будет? Мама. Мама. А моя сестра, значит, да? Я говорю, у нас газета была в Алтайке напечатана. У злых людей голуби не водятся. Заголовок огромный. Я спрашиваю, ты своих людей знаешь? Поспрашивай, у кого есть голуби, у старобрядцев? Она узнавала год и дала ответ, ни у одного нету. Но, говорит, в Красноярске недавно один из никоньян пришел. Так у него, так он пришел-то с голубями. Он не у вас зовет. Так, братка, говорит, у нас когда строили в Новосибирске этот храм, старобрядцы, голуби если прилетали, так камнями в них кидали. Понимаешь, какое дело? Голубя камнями кидать, это я считаю, даже нельзя никак назвать. Слов таких нету. Голубь – единственная птица, избранная Богом. Бог избрал голубицу. Дух Святой в виде голубя. В жертву голубь. Чистейшая. Даже если ты есть голубя по килограмму весом. Ого. Это диетическое мясо. Самое чистое. Курица. Да. Практически. Ну, у меня-то красота. Они шиньонщики сидят какие. Ладно, в это. Я побегу. У меня трактор там стоит. Иди. Я просто тебя попутно. Давай. Раз уж попался, надо сказать. Давай. Христос. Сразу к нему, он завтра приедет, и прям к нему подойди. Нет, я ему сейчас позвоню. Давай, позвони, тогда скажи мне. Угу. Скажи, отдай мне, у тебя полно, а у меня нету. Да, он отдаст. И скажи, Игнатий отдает. Давай, звони мне сейчас же, скажи. Скажи, он не может отдать, потому что уже пообещал тебе. Вот видите как. Вчера у меня случилось такое, говорил или не говорил. Вот эти вот тюряки давал. Устиновых, ну и они теперь не нужны, давал тазик большой, теперь раз голуби они сюда нам перенесли, то и я все свое хозяйство забираю. Я говорю, тюряки-то пустые, я их заберу. А Анфиса говорит, ну мы пойдем пасти коров-то и принесем. Согласен. Я тазик на велосипед поехал, сам на голубятне на той высокой гляжу, они пошли пасти с Исакием-то, а ничего в руках нет. Я скорее соскочил. Так, а где? А мы решили, я решила вечером принести. Нет, мы так не договаривались. Ты сказала, мы пойдем пасти. Ты сказала сама, я не просил, не тянул тебя. Нет, теперь, я тебе поверил, я хорошо сделал, хорошо. А ты это не выполнила, хорошо, нет. Итак, кругом, со всех ног, бегите, несите. Как они бросились бежать, принесли. Я говорю, несите сюда, поставьте. А теперь давай дальше поговорим. Если ты в Америке нарушишь слово, тебя вычеркнут из списков. Тебе не продать, не купить, и в друзьях никого не будет. Тебе надо? А тебе нет еще и 16 лет. Заложи в себя абсолютную честность. Сказал слово, в лепешку разбейся, но выполни. Выполни. Слово, данное тобой на земле, утверждено у Бога. Я не могу отступить, я уже связан. Разрешить меня может тот, кому я обещал. Я к нему иду и говорю, обстановка изменилась, ты не мог бы это повернуть как-то? Вот как надо делать. А у нас это не понимают. Сказал, не сказал, дома никого нет, я покрутился. А отношения очень хорошие у меня с этими, с Татьяной. А уже они сразу натянулись. Почему? Я отвечаю ей не так, как она хочет. Ей тяпку тащить надо. Я бы уже 10 тяпок натащил. Я главный точильщик по тарелке был. Пилы, косы, вон. Там все, ножницы. Так. А? Он сказал коси. Коси, да. Коси. Ну, все. И там второй участок бери рядом. Понял, а заезжать вот отсюда, да, сейчас? Да, прямо отворяй ворота, посмотри, где удобнее. Там надо же бревна возле поленницы лежать, надо показать. Что там? Бревна возле поленницы. Бревна, слушай, Алеша, Ну, надо мы пойдем, он может не заехать. У него коса приехала? Ну, видимо, ну ладно, все выключай, попробуй здесь. А я пойду ниткой принесу, нитками еще подпутываю.